Трудно, но ты умница. Да. Молодец. Чуть-чуть, для меня чуть-чуть быстровато было. Ты живешь в каком городе? Я в Иерусалиме. В Иерусалиме, да. Ну, конкретно я в Палестине живу. Мне приходится в Иерусалим через границу проходить. Это долго. Что такое Россия? Это жаркое лето, когда много цветов на зеленом лугу. Когда брызги на море жемчужного цвета. Я Россию свою, мою землю родную, словно мать дорогую, очень нежно люблю.